друзья, сегодня находимся возле 6-го апелляционного суда города Киева, где проходит суд. Хотят выслать с Украины, депортировать белорусского анархиста Алексея Баленкова. Что он такого натворил? Ну, прежде всего, пацан находится в Украине с 2014 года. Прибыл во время революции достоинства, революции гидности. Но дело в том, что он вмешивался в украинскую политическую жизнь довольно активно. Ну, тут, насколько говорят местные националисты, которые, кстати, требуют его выселки, довольно капитально начудил, будучи в Украине. Вот они, кстати, там все сидят под стенкой. Это снова люди Евгена Тарася, снова Майбутнего. Так вот, они утверждают, что товарищ довольно сильно начудил в Украине, спалил вышку связи, чинил бику, скажем так, с патриотами, и неоднократно. И, собственно говоря, это, собственно, является причиной тому, что СБУ, почему СБУ, я тоже не могу сказать, почему СБУ, а не МВД подало на высылку его с Украины, на депортацию. Но речь идет о том, что вы все-таки, с моей точки зрения, если депортировать, то надо, конечно, депортировать не в Беларусь, потому что, сами понимаете, ни одного человека нельзя депортировать в Беларусь. Ну, а если человека выслать там в Польшу, я не знаю, в Молдову, в Турцию, да куда угодно. В любую страну, которая его готова принять, то почему нет? Вот, если СБУ считает, что так надо, ну, почему нет? Но как-то в Беларусь, по-моему, это слишком жестоко, потому что там уже совсем фашизм. Ну, пока что очень много полиции вокруг, сейчас они немножечко подразошлись, ну, там у меня за спиной стоят еще. Вот, а так спецназ, полиция, они там за углом стоят, вот там вот дальше по улице, за музмобилем. Вот. Ну, обстановка, я бы не сказал, что накалена, довольно расслабленная. Народ стоит, сейчас ждут решения суда какого-то. Хотя, с моей точки зрения, скорее всего, будет перенос, потому что уже дело к 6 часам, а суд этот по расписанию работает до 6, соответственно, я не думаю, что решение будет сегодня, скорее всего, перенесут, не знаю, может, на неделю, может, насколько. И с моей точки зрения, сегодня еще решения не будет. Но пока что ждем. Такое просто интересный момент, что будет с Баленковым.